Здравствуйте, добрый вечер. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить о стратегическом развитии вуза, об отличиях хороших рейтингов от плохих, о связи предстоящей с научными проектами с вуза, о связи с национальными проектами. В общем, собрались поговорить о будущем нашего вуза, о его стратегическом развитии. И я с удовольствием представляю вам нашего собеседника. Это доктор экономических наук, профессор, проректор по экономическому и стратегическому развитию КФУ Марат Рашидович Сафиуллин. С ним будет беседовать журналист Рустам Вафин и ваш покорный слуга Альберт Бекбов. И, собственно говоря, ставлю первый вопрос по рейтингам. Сейчас. Первый вопрос по рейтингам? Да. Я, на самом деле, хотел первый вопрос задать немножко про другое. У нас вчера в Казань приезжал Владимир Владимирович Путин. Он приехал с презентацией одного из национальных проектов, с которым идея год назад появилась. Предвыборная идея нескольких национальных проектов, в том числе, он приезжал сюда по жилью, благоустройству, но есть еще один национальный проект, называется «Наука». Национальный проект, по которому готов выделить значительные средства, там больше 600 миллиардов рублей за 5 лет, за 6 лет. Там возникла такая идея научно-образовательных центров, межрегиональных, то есть это идея связи промышленности с наукой, кооперации. Отчасти это как продолжение предыдущей программы, тоже долгосрочная, 5-100. Вот программа 5-100, в которой участвовал Казанский федеральный университет, она сейчас уже примерно понятна. Она сложная, но она понятная. То есть нам дали лекала, по которым надо развиваться. А что такое НОЦИ? Как вписываться будем в эти ноцы, для нас это, терра инкогнито пока. Понял. Большое спасибо. Добрый вечер всем. Это как в лучших журналистских традициях договаривались об одном, спрашивают о другом. Но я вот хотел бы внести некоторое уточнение. То есть это все-таки то, что вы говорите, проект «Наука», это не взамен, а в развитии программы 5-100. То есть программа 5-100, мы надеемся, она показала очень хорошие результаты, то есть и достаточно короткие периоды, то есть и представленность этого в мировом научно-образовательном пространстве, и развитие ключевых игроков на российском рынке науки и образования, то есть она резко активизировалась. И более того, мы надеемся, и есть все основания, как сказать, исходя из достигнутых результатов, что эта программа будет продолжена, и мы поэтому, как сказать, в проекте образования есть это соответствующий раздел, который предполагает дальнейшие инициативы по укреплению развития международной конкурентоспособности вуза. Насколько я понимаю, Марат Рашидович, через год она, да, заканчивается? У нас через год заканчивается вот та программа, которая начата была в 2013 mm-hmm. году. И пока еще вот нащупываю, то есть в национальном проекте образования деньги зарезервированы. Но пока в каком формате, кто и как будет поддержан, потому что большинство участников считает, и мы с ними согласны, что там сейчас участвует 21 вуз, то есть mm-hmm. все-таки нужно больше концентрировать ресурсы. Сейчас уже четко обозначена, то есть и видна группа лидеров, и для дальнейшего скачка нужно больше ресурсов. Поэтому вот тех ресурсов, которые мы получаем, и даже те, которые попали в первую группу, их явно недостаточно для реализации этих амбициозных задач. Но пока определенной информации нет. И более того, хочу сказать, что мы ожидаем только некоторого видения только к концу этого года. То есть пока здесь все штатно. Несколько сложнее с НОЦами, вернее, на самом деле, национальный проект науки, он предполагает создание не только 15 НОЦов, но еще и, как они называются, НЦМУ, научные центры международного уровня, то есть это, mm-hmm. которые, это 4 математических центра, 4 геномных центра, 6 на первом этапе,
3 научных центров международного уровня на втором этапе. Причем, если в среднем, скажем, на финансирование одного НОЦ планируется из федеральных средств, ну, без софинансирования направить от 30 до 70 миллионов, то в случае с НЦМО цена вопроса приближается к миллиарду, поэтому здесь уже совсем иные инициативы. И более того, третье — это проекты, связанные с поддержкой развития школ при университетах. То есть это так называемые СУНЦы. То есть вот и по всем этим трем направлениям, которые... то есть национальный проект «Наука» — это не только научно-образовательный центр международного уровня. Он имеет под собой вот три этих проекта. И самые капиталоемкие, вот на которые самые амбициозные ОЖГО, НЦМО, научные центры международного уровня, в которые входят и геномные центры, и МАЦ-центры, а мы по МАЦ-центрам уже имеем хороший базис, и несколько раз нас поддерживали. И потом идут вот проекты кооперации среднего образования и высшего образования. Там цена вопроса идет тоже весьма значительная, то есть от 300 до 60 миллионов. То есть это есть ради чего побороться. А НОЦы, вот скажем, из всей этой плеяды, они с меньшим бюджетом, с меньшим финансированием, но это не означает, что мы не выходим в этом контуре, но мы хотим заявиться, и уже есть этот проект на основе тех научных прорывов, которые сформировались в программе развития. Что нас очень сильно тревожит изначально, то есть вот после того, как был принят этот указ, дорожная карта правительства России утверждала, что к августу месяце будет готова конкурсная документация, и уже, чтобы с 2019 года стартануть, все конкурсные процедуры, они будут осуществлены до конца 2018 года. Нас несколько раз приглашали, есть проекты документов, то есть там четко обозначены KPI, те целевые ориентиры, и вот здесь я с вами согласен, очень много целевых ориентиров и KPI пересекается с теми KPI, которые связаны с международной конкурентоспособностью. Это и количество студентов привлекаемых, и иностранных студентов, интернационализации показателей, показатели публикационной активности, цитирования и так далее, и так далее. И вот теперь вот хочу сказать, я не знаю, в силу каких причин, этот срок несколько затянулся, с одной стороны, а с другой стороны, как-то в своих поездках это первые лица государств, и наш министр в том числе, они начали вот уже еще до объявления конкурса анонсировать о том, что в каких-то территориях будут создаваться соответствующие подразделения. Поэтому мы тоже, хочу сказать, вот при поддержке нашего руководителя попечительского совета и при нашего руководителя наблюдательного совета Рустама Нургалича, подготовили пока вот общее предложение и отправили в министерство. Мы ожидаем, что, если мы хотим успеть, если страна хочет успеть реализации тех больших задач, которые стоят перед проектом «Наука», с 1 апреля уже должен начаться конкурс. А для этого до конца марта, то есть должны быть уже сформированы необходимые конкурсные документы. К сожалению, вот их нет. И поэтому вот говорить, каким будет окончательный контур тех же научно-образовательных центров, СУНЦов и научных центров международного уровня НЦПУ, пока вот нам сложно. Чем Казанский университет может выйти в... Понятно, что пока контуров их нету. Ну вот смотрите, я уже сказал, математический центр, это очевидно. То есть учитывая та школа, которая есть, и я еще раз говорю, нас уже до этого в двух программах мы участвовали и успешно реализовали эту задачу. Вы сами уже, то есть исходя из этого, да, и биобанк, и те проекты, которые реализуют наша САЕ, стратегическая академическая инициатива, трансляционная медицина, то есть она прямо накладывается. У нас есть необходимые компетенции, и мы готовы вот реализовать эту амбициозную задачу. Теоретически мы можем претендовать на один из трех центров по геномным исследованиям, заложены. На один математический центр, на один геномный центр и вот на научный центр мирового уровня. Мы подготовили несколько. То есть есть многопрофильный, есть в области это химии и фармацевтики, есть предложение в области IT, есть в области, искусственного интеллекта и интернет-вещей.
Все, я еще раз говорю, все зависит вот от конкурсной документации. И потом, мне не хотелось бы уж все козыри это раскрывать, потому что ситуация очень конкурентная, цена вопроса очень большая, и не только участники проекта 5100, но и все остальные вузы, в том числе и региональные, например, Марийский, это госуниверситет, они активно пытаются продвигать свои инициативы в области оптики. Вот как вчера заметил Владимир Владимирович Путин на выездном совещании, это было совещание только по одному из нас проектов по окружающей среде. Да. Вот. Но такие совещания, они войдут в практику, и в ближайшее время будут объявлены сроки тоже совещаний, и обязательно, наверное, будет совещание по науке, где какие-то контуры обозначатся, потому что сейчас теми самыми национальными проектами идет изменение на ходу. То есть, помните, сначала был май, было их 12, потом буквально недавно, теперь уже их стало 13, появилось огромное дорожное строительство, которое непонятно, которое не присутствовало в первоначальных проектировках. И мы сейчас видим какое-то вот достаточно такое, да, идет движение, но оно такое хаотичное, такое вот, и поэтому... Нет, я больше бы оценивал не так, что цена вопроса очень большая, поэтому большое политическое лобби в лице руководителей регионов, в лице и политических элит, в лице крупных компаний, они включились вот в этот процесс, и поэтому сейчас вот приходится, то есть когда правительство и министерство анонсировало изначально, лавировать и вот учитывать все интересы. А нет ли опасений, что вот эта вот подковерная конкурентная борьба, она приведет все-таки к затягиванию, и 2019 год мы даже не в апрель войдем? Но я хочу сказать, что все это вот, ну вот сейчас идет как минимум не полугодовое, а восьмимесячное опоздание. Уже? Уже, да. Уже год начался, а у нас конкурс не проведен, и, ну, скажем так, не определены это основные... скажем, задачи. Вчера даже прозвучало, что мы не берем, мы не рассматриваем 2018 год, что типа все уже, то, ну, год сумбурный, давайте все с 2019 года рассматриваем. 2018 он должен был быть подготовительным. Конечно. Работа должна была начаться уже январь, уже февраль, это вторая половина приближается. То есть, и получается... Хотя у нас короткий месяц, у нас как раз это половина месяца. Вместо шестилетки теоретически может получиться пятилетка. Да. И потом, к сожалению, вот пока, то есть это хочу сказать, что проектный метод управления, который был принят, он, к сожалению, он, ну, скажем, с точки зрения организационной эффективности пока вот уступает тем традиционным административным регламентам. Ну, вы знаете, одно дело брать развитые страны Запада, где на само проектное понятие, проектная культура носит чуть ли не столетний характер. И наша страна, где когда там выражение «проектный офис» воспринимается как невероятная новинка. Нет, нет, я хочу сказать, что с точки зрения методов, насколько я его помню, у нас в проектном управлении и вот это все, госплан, я хочу сказать, это... Нет, нет, ну был старый добрый это... У нас в крови это должно быть. Был старый добрый советский сетевой метод... Да. Сетевые графики. Транспортные задачи. Транспортные задачи. Это методы оптимизации. Поэтому, то есть, наоборот, я хочу сказать, у нас для этого, с точки зрения вот, программирования, достаточно хорошая школа. Просто я еще раз говорю, я вот вижу, что здесь слишком много, ну, скажем, трудносочетаемых политических интересов и рисков. Но все-таки, Марат Рашидович, у вас есть оптимизм. Да, то есть я хочу сказать, вот почему у меня есть оптимизм. При любых это критериях мы все равно должны пройти. Это очень приятно слышать. Да. Марат Рашидович, да. Через год заканчивается программа 5100. Не заканчивается, то есть заканчивается вот этот этап. Я уже говорил, что в новом проекте образования уже заложены средства на следующий пятилетний период. Ну, скажем так, заканчивается этап, когда это поднималось как лозунг, да. И с последним флагом шли на протяжении, ну, получается, 7 лет. Да.
Вы будете скучать по 5-100? Зачем мы занимаемся, мы не скучаем. То есть у нас, поскольку, вы знаете, если бы это, например, играли бы в долгую, мы бы скучали. Но поскольку формат программы такой, что мы ежегодно должны подтверждать свои результаты, поэтому скучать не приходится. И не только у нас задача у проектного офиса такая, что мы должны еще не давать скучать всем остальным. Ну, в смысле того, что там было все понятно, уже была определенная колея определенная. Сейчас это понятно. Я хочу сказать, и следующие, то есть я не думаю, что будут резкие телодвижения и следующие 5 лет. То есть я имею в виду с точки зрения методики, потому что действующий подход, он показал уже на практике свою эффективность. А вы знаете, когда 5-100 начиналось, когда в него вошли, одна из таких животрепещущих тем, которая вызывала очень много, даже не то что нареканий, а она не нравилась. Это было непривычно, это было неудобно, это требовало много усилий. Это написание статей, написание входа. И сейчас не сходит это с повестки. Я понимаю, но тогда это было совершенно ново, это было болезненно. Это не болезненно, просто есть такое понятие «узкие места». Понимаете, вот это то направление, то есть это, во-первых, количество статей и их цитируемость, это было самое узкое место. То есть я вот приведу пример, когда я пришел, снова пришел в университет, всего было порядка 300 статей в базах данных Web of Science и Scopus. Сейчас 4000 ежегодно мы делаем. Поэтому это очень серьезно. После завершения официального этапа 5-100 снизится нагрузка на преподавательский состав? Я хочу вам сказать, что если, вот чтобы вы понимали, то есть это да, где-то 2/3 этого роста дается за счет, скажем, программы конкурентоспособности. Но мы ведь перешли еще, если не ошибаюсь, в 2015 или 2016 году на эффективный контракт. Поэтому, то есть, в эффективном контракте предполагается, что, скажем, квалификация преподавателя и исследователя, то есть, как минимум 3 статьи за 3 года с высоким импакт-фактором. Если человек претендует на, скажем, хорошую зарплату и на хорошую должность, он должен давать. Это учитывается при проведении конкурсных процедур. А вот и мы вот в дальнейшем, я хочу сказать, то есть мы ориентируемся, что вот это ведь приводит, скажем, и к обновлению, и усилению нашего кадрового состава. То есть, соответственно, мы построили прозрачную систему мотивации. То есть через вот личную эффективность мы стараемся поддержать те, которые обеспечивают лучшую цитируемость, лучшую узнаваемость и лучшие статьи. То есть, и сейчас мы стараемся поддерживать именно те статьи, которые входят в первый и второй квартель этих научных статей. Это и речь идет и о Скопусе, и о Web of Science. Да, вот был ваш вопрос, я тоже немножко скажу. Потому что здесь, хочу сказать, мы от этого немножко пострадали. Когда были первые указы, то есть это первые майские указы, то есть не вот эти, там четко было прописано о том, что мы должны нарастить свою публикационную активность в системах Web of Science. И поэтому вот мы, очень предметно над этим работали. И Web of Science — это система, которая поддерживает Clarivate Analytics. Она считается одна из самых, надежных. То есть это если там в Скопусе и заходит много, и выходит много. То есть это... Но что с нами сыграло злую шутку? Сама методика. То есть если, например, ряд рейтингов брали за основу Web of Science, то сейчас оба наших ключевых рейтинговых агентства, на которых мы делаем ставку, это QS и THI, Times Higher Education, они перешли на базу Elsevier, на базу Scopus. Почему они перешли? То есть они связаны с тем, что, к сожалению, это надо признать, что Web of Science, он больше имеет такой естественно научный профиль. А это означает, что не очень характерно для современного среза науки, где гуманитарные, социальные и общественные науки занимают очень большой удельный вес. Этой точки зрения Scopus, он, репрезентативнее, и он более адекватен с точки зрения современных реалий и приоритетов развития науки. И, насколько я понимаю, в Скопусе более жесткая позиция по так называемому выделению. Я бы не сказал. Нет, я объясню. То есть, что можно считать жестким? То есть, например, если мы с вами сделаем сейчас журнал,
и будем пытаться его продвигать, то есть Scopus или Web of Science будет это сложнее. Понимаете, они требуют, то есть там требуют больше истории, это больше репрезентативности, и тогда и, ну, больше, ну, скажем, больше требований к редакционным это всем документам. Scopus в этом плане, ну, скажем, нельзя сказать, что уж это принципиально легче, то есть, но действительно, то есть он менее требователь. Но, с другой стороны, он постоянно потом регулярно смотрит. И в том случае, если ты где-то даешь слабину, ты сразу попадаешь в монитор, то есть, ну, скажем, это пока не черный список, но серый список, это кандидат, список Билла такой. Нет, список Билла, это как раз уже все, ты уже засветился в недобросовестной публикационной практике. А здесь в том случае, что есть какие-то у тебя странности, то есть ты это по каким-то показателям отличаешься, то есть это твой журнал, то есть или большое количество статей начало публиковаться, понимаете, или начали у тебя предметная область социальная, у тебя начали появляться там другие науки, которые там не очень вроде бы совместны и так далее, то есть это. И вот на основании этих они ставят на монитор, 2-3 года смотрят, и в том случае, если, например, действительно подтверждается, что тенденция идет вот в сторону коммерциализации, они их исключают из своих баз данных. Вы упомянули о двух рейтинговых агентствах, двух рейтингах, которые учитываются в университете. Это QS и THI. Да. А наше отечественное рейтинговое агентство, РИА Новости, РИА Эксперт. Да, вот здесь, вы знаете, хочу сказать, на самом деле здесь существует три, там, это, скажем так, российских это рейтинга. Это московский, который вот был анонсирован, три миссии, потом Эксперт РИА, значит, о котором говорили, и Интерфакс. Дело в том, что, во-первых, они возникли буквально 2-3 года назад. И самый большой недостаток, они... То есть московский сейчас пытается охватить, ну, скажем, мировое научно-образовательное пространство, да, то есть они включают в этот рейтинг, но, скажем так, ведущие зарубежные вузы в них пока не участвуют. А это означает, что вот тот ареал и тот рейтинг, который есть, ну, скажем, он не очень репрезентативен с точки зрения глобальной международной конкурентоспособности, и он не показывает, как развивается университет в глобальной научной среде. Это первый недостаток. И второй момент. И Эксперт РА, и Интерфакс, они являются информационными агентствами, и они мониторят только те организации, которые входят в их рейтинги Эксперт 400, ну и соответствующие интерфаксовские. И надо сказать, что здесь, ну вот сам, ну скажем, особенности корпоративного развития, то есть Республика Татарстан, оно и предприятия, они не очень жалуют Эксперт РА, то есть и не участвуют, скажем, в этих рейтингах. Соответственно, одним из ключевых показателей оценки деятельности высшего образования является оценка работодателями. И поскольку татарстанских компаний, как-то, ну, скажем, практически не представлены в этих рейтингах, то есть, соответственно, и ВУЗ не может нормально позиционироваться. Вот какая. То есть здесь есть, ну, скажем так, очень много методических ограничений, с одной стороны, и, во-вторых, они локальны. То есть я вот еще раз хочу акцентировать внимание, то есть при помощи них нельзя отследить, насколько вписывается стратегия нашего вуза в глобальную мировую повестку. Ну, наверняка какая-то есть еще и своя подоплека. Нет, там еще есть и коррупционная составляющая. Я вам вот это уж это честно как скажу. Как раз я ее деликатно хотел. Зачем? Как вам сказать? Не скажу, что уж явно коррупционный, но если ты, например, для того, чтобы хорошо позиционироваться, во-первых, нужно привлечь компании, которые тебя будут это соответствующим образом рейтинговать, это раз, и во-вторых, надо регулярно заказывать это, ну, пакет консалтинговых услуг, который будет как раз показывать это, ну, всю внутреннюю кухню, понимаете, и вот, ну, хочу сказать, что учитывая вот всю совокупность, мы решили все-таки... Сосредоточиться на уважаемых. Вот здесь я тоже объясню, потому что все спрашивают, есть ОРВУ, есть ИЧАЙ, есть КУЭС. Почему вы выбрали КУЭС? Дело в том, что ОРВУ – это очень дорогой путь развития, то есть его, это шанхайский так называемый рейтинг, и он не случайно появился в Китае, потому что модель, поскольку китайским вузам давали больше денег, то есть у них была модель баскетбольной команды. Что это такое? То есть они действительно могли себе позволить купить лучших. То есть и Нобелевских лауреатов, лауреатов это Филдсовских премий и прочее, прочее, прочее. И поэтому, то есть я хочу сказать, что, ну вот с учетом того бюджета, который нам дают, то есть эта стратегия очевидна. То есть нам на одного-двоих человек потратить это, все деньги, причем
с требованием получения достаточно быстрых побед, быстрых результатов, то есть это очень была трудно реализуемая задача. Следующий вот остается у нас THI, Times Higher Education и Coquarelli Simons. Почему мы все-таки сотрудничаем с Times, но смотрим в эту сторону QS. Дело в том, что для того, чтобы поставить правильные задачи, KPI, нужно, чтобы в рейтинге было как можно больше измеримых показателей, чтобы было бы понятно и видно, за счет чего мы отстаем, где у нас есть конкурентное преимущество и как правильно выстроить стратегию. Вот с точки зрения количественных показателей, то есть QS, это, он наиболее количественный, он с точки зрения измеримости, он понятен. Значит, Times Higher Education, там, при всем уважении, там больше экспертных оценок, и поэтому хочу вам сказать, что там, больше субъективности. Субъективности, но я вот хочу еще дальше сказать. Здесь тоже, как в случае с нашими экспертными агентствами, очень мало российских экспертов они охватывают. Понимаете? Да, мы сейчас работаем, расширяем, помогаем в этой части, но, к сожалению, то есть из-за того, что, да, они опрашивают там десятки тысяч это ученых, но из-за того, что удельный вес опрашиваемых это россиян очень мал, и один раз нас относили в Азию, один раз относили в Европу, понимаете? То есть и вот из-за всех этих вот, перипетий, то есть это, к сожалению, пока вот нет достойного пула. Почему, что имеется в виду достойный? Исходя из вклада нашей страны в мировую науку, пула ученых-экспертов в базах данных THI, и, честно говоря, в QS это тоже, то есть это может быть отнесено. Просто в эта субъективная составляющая в QS, она меньше, чем в... То есть она не исключена, то есть она меньше, чем в THI. Но все равно здесь по принципу не ставить на одно, а ставить на два, да, получается? Нет, у нас одно. То есть мы ставим на одно. Мы работаем с Times Higher Education. Почему? Дело в том, что очень важна академическая репутация и узнаваемость. Здесь есть очень много мероприятий. Бренд. Совершенно верно, да. И вот поэтому, и они только, они нас очень консалтингово в этом плане поддерживают. И поэтому мы считаем, что это вот очень знаковый был форум. Нас тоже Рустам Нургалиевич поддержал, выделил значительные средства. И в этом году он тоже поддержал. Правда, уже доля софинансирования, если где-то была треть в прошлом году, сейчас уже две трети это на наш университет. И вот сейчас мы уже начали переговорный процесс с THI для того, чтобы определить эту тематику и удобное время это проводить. Есть надежда, что в этом году, как и в прошлом году, состоится форум THI в Казани. Ваши ощущения от прошедшего? Я хочу сказать честно. Да. Это, на мой взгляд, это фантастические вещи. Приехали ректоры ведущих вузов, которые ходят в топ-100. Понимаете? И вы знаете, когда мы докладываем Международному научному совету, на нас смотрят как на сказочников. Никто не верит, что все, что мы рассказываем, это правда. Очень важно, когда люди приезжают, смотрят, убеждаются, и у них появляются новые идеи, новые проекты, новые движения. Тем более ведь мы постарались секции сформировать таким образом, что они соответствуют нашим с приоритетам. И чем нам был важен THI, чтобы он пригласил именно ректоров тех вузов, которые лучше всего в мире по этим направлениям. Вот какая была задача. Я приведу пример. То есть там ректор одного из вузов, он это возглавляет сейчас службу здравоохранения Великобритании. Бюджет который, просто чтобы вы понимали, 300 миллиардов фунтов! Ой-ой-ой. Да. Понимаете, то есть Малькольм Грант, то есть он лично участвовал, Марат Рашидович, а вузах-то, которые к вам приехали, если в каждом вузе какой у них бюджет, вы же... Согласен, то есть деньги значимы, но все-таки сейчас для развития науки и образования важны идеи, важны новые проекты. И поэтому с этой точки зрения, с точки зрения узнаваемости новых научных направлений, и самое главное, мы где-то идем параллельно, понимаете? И деньги, и идеи. Совершенно верно. И здесь в этом плане, если вовремя, два заинтересованных коллектива встречаются,
уже и меньше ресурсов надо, и более того, может быть, у нас есть необходимое оборудование и необходимые люди. Как оценили Казань ректоры ведущих вузов? Очень высоко. Университет? Да. Хочу сказать, что вот... То есть не было для них это каким-то захолустным там? Наоборот, вот они очень удивились, что вот, ну скажем, что в условиях такой экономики может существовать такой вуз. Масштабы вуза тоже впечатлили. Да, и не только. То есть вот я вам говорю, может, никто не чувствует, вот... Мы сейчас вторые в России по иностранным студентам. После РУДН. Да, это же, вы же знаете, Патрис Лумумба, это анекдот был. То есть во всех остальных вузах столько не было, сколько в РУДН. А мы сейчас еще год-два, и это с пьедестала снимем этот, ну, это патриархов. Ну, это... А вы сказали, что ведутся переговоры с ТИЧей, да, о новом форуме. Да. А, определяется его формат, определяется, да, тема. Да. Вам бы самим на какую тему хотелось с ним поговорить? Ну, это, вот ваш личный интерес. Зачем? Я еще раз скажу. Мой личный интерес – это продвижение в рейтингах. И поэтому наша задача – фокусировка ресурсов, и мы должны бить по тем приоритетам. То есть это наша вот это, как его, трансляционная медицина, нефть – это педагогика. Все САЭ вот эти наши. Совершенно верно. И нам никак нельзя распыляться. Понимаете? То есть из кого-то из этих пяти выбрать. Совершенно верно, да. И уже это, сфокусироваться. А на следующий год, то есть, вы знаете, вот почему нас это Рустам Нургалиевич поддержал? То есть, если мы хотим позиционироваться как передовой инновационный регион, инновации, они цитадель или место образования инноваций, это все-таки вузовская наука. Понимаете? И нужен форум образовательный, который бы вот был центром притяжения. То есть, вот, бульон нужен, бульон. Не только. Вот Ильшат Равкач, он это, знаете, он говорил, ведь посчитай, какой эффект дает нам то, что у нас 19 тысяч иностранных, не иностранных, инно-татарстанских, помимо вот 7 тысяч, это только в головном это кампусе, вот, то есть мы привлекаем из других регионов. Это воловой территориальный продукт Казани дает практически 15 миллиардов добавленной стоимости. Но это какой-то косвенный, да, эффект? Никакой, это как это прямой. Они тратят, они живут здесь. А, это, то есть это, конечно, прямые затраты, как ВВП. Конечно, да. Они сидят в кафе, покупают книжки, матрасы, кофеварки, значит, это продукты питания. Тогда я считаю, что комитет по туризму должен наш вычитать эти все цифры из своих хороших показателей. Честно, хочу вам сказать, что вот после того, как мы провели расчеты, я берусь утверждать, что большая часть тех эффектов, которые они, это, о которых докладывают, они связаны не тем фрагментарным, это российским туризмом, а именно вот тем, что в несколько раз увеличилось количество иногородних студентов и иностранных студентов в нашем университете. Ну, постоянное проживание, оно дает, ну, скажем, намного больше эффект, чем вот такой, ну, скажем, маятниковый это туризм. Это прекрасно, но все-таки вот мы сейчас смотрим, стоимость обучения возрастает, и что привлекает иностранных студентов? Безусловно, дешевизна образования. Нет, я хочу вам сказать, что здесь, во-первых... Вот, или это мой такой взгляд популистский? Здесь много факторов. И все зависит, то есть как вам объяснить. Вот инфраструктура и комфортность этой городской среды, вот то, что, чем занимался Митимир Шайбович, сейчас в чем достиг больших успехов Рустам Нургалиевич, это как раз вот центр притяжения. Приведу очень простой пример, что впервые там 2-3 года назад ко мне учиться, вот лично я еще преподаю, приехал из университета Флориды. Университет Флориды, он входит в топ-100. Это же топовый университет вообще. Да, приехал человек, какой... Как это? Что-то, что есть у нас, чего нет, это в университете Флориды. Он, знаете, он мне очень удивитель, да, это, он это пришел на магистерскую программу, и он говорит, вы знаете, вот вы проводили универсиаду. И я приехал сюда как волонтер, мне было просто интересно посетить Россию, там про нее много разных это говорят, это, ну, слухов, там, фактов и так далее. Я вот хотел это, пользуясь случаем, совместить приятное с полезным. И чем все кончилось? И говорит, мне понравилось. Он закончил нашу магистратуру. Но как он оценил вообще уровень?
Ну, хочу сказать, что есть издержки это быстрого роста, но есть и соответствующие плюсы, поскольку я хочу сказать, таких адептов, которые приезжают, это университет, это она закончилась давно, но они же продолжают приезжать. И раз их численность растет, и платят они больше практически вдвое, чем российские студенты, значит, ну, скажем, Ильшат Равкач на правильном пути. Рынок оценит. Вы же знаете, есть американская модель. Люди голосуют ногами и своим кошельком. Это да, но вот в Кембридж попробуйте, попадите, даже не смотрите. Подождите, но Кембридж это существовал еще при империи майя и ацтеков, если не ошибаюсь. Дайте нам такой период и деньги, и я обещаю, что мы будем это большую стоимость. То есть лет через 300, да, через нет, 400. Я хочу сказать, сейчас это цифровое общество, я надеюсь, что мы будем развиваться быстрее, да. И вот еще хотел бы такой совершенно, ну, такой вопрос задать тоже в духе национальных проектов. Много говорят о цифровой экономике. И вот как стратегическое развитие нашего университета? Это, вы знаете, самый нехороший вопрос вы задали. Сложный. Я объясню. Его приберег наконец. Это сложно. Уже полтора года мы занимаемся этим вопросом, но надо сказать, что достижения пока скромные. То есть это связано с рядом факторов. Во-первых, это капиталоемкая задача, это раз. Mm-hmm. Во-вторых, у нас пока культуры в этой части очень, ну, скажем, организационно есть большое сопротивление. С чем это связано? Люди переживают, что скажут, хорошо, вот меня сейчас запишут это мои лекции на видео, и тогда скажут, зачем ты нужен, понимаете, спокойно, то есть меня это там или понизит заработную плату, или там еще того хуже, меня уволят, значит, и будут крутить мои лекции, значит, вместо меня. И там ассистент это будет спокойно там по моим тестам проводить это экзамены, понимаете? То есть вот опасение такое у людей есть. И вы же помните, то есть очень не хотели выкладывать свои учебно-методические материалы, материалы лекций, материалы занятий, но это неизбежность, понимаете, поэтому это надо пережить. Марат Рашидович, я вот могу прийти домой, включить компьютер и слушать ученых Стэнфорда с лекциями, с разжеванными, с ясными, то есть такие же, так вот, как, допустим, там в Стэнфорде люди, студенты за бешеные деньги обучаются, слушают, это неизбежно, это придет. Вот как вы относитесь к дистанционному образованию? Я еще раз говорю, я хочу сказать, что у меня здесь двойственная часть. То есть вот все, что касается социогуманитарного блока, я думаю, что оно должно быть обязательно иметь своего цифрового двойника. Обязательно. Понимаете? Но вот все, что касается там, где нужны помимо всего и компетенции, то есть, ну вот нельзя же только по видеолекции, например, научить уколы делать, понимаете? То есть нужно где-то набить руку. Точно так же физикам нужен практикум, химикам нужен практикум. То есть вот без этих вещей. И да, мы сейчас пытаемся делать виртуальные практикумы для того, чтобы ну, легче ориентироваться в это, там, где-то меньше сделать ошибок, меньше потратить реактивов, но все равно вот без этого, это, то есть без того, чтобы вот, живыми руками потрогать. Совершенно верно, да. И более того, хочу сказать, что сейчас, поскольку уже наработан мировой опыт дистанционного образования, начали делать срез. Несмотря вот на все там продвинутые технологии и возможности, все-таки они показывают более низкую эффективность, чем работа с преподавателем. Не хватает потом живого общения? Это не только. То есть вы понимаете, то есть вот когда человек приходит на занятие, если он пришел уже серьезно, то есть он целиком вовлечен в этот процесс. Понимаете, он им охвачен. А когда ты сидишь там, ватрушку жуешь, или это параллельно у тебя еще кино, там, и еще ты пытаешься там... Да. То есть здесь уже совсем это другая вещь. Понимаете? И второй момент. Все равно, скажем так, там представлен некоторый универсальный кейс. То есть невозможно сделать персонифицированно. А вот живое общение, оно дает возможность твой набор знаний уточнить вот, применительно вот, к тем жизненным ситуациям, с которыми ты сталкивался. И сделать его, ну скажем, более прикладным, более востребованным, более эффективным. Да. Потому что это, вы знаете, вот как считаешь популярную американскую это, книжку по экономике. Все классно. Значит, прямо это вот драйв берет. Это закрываешь книжку, и непонятно, что делать. Марат Рашидович, я задал... Понимаете, людям ведь надо понятно, что, вот, что делать после того, как закрыл книжку. Я знаю, что, например, в КХТИ, в одном из казанских вузов, произошли серьезные сокращения блок, связанные с социально-гуманитарными науками.
Такие сокращения идут по другим вузам. В Казанском университете планируются сокращения? Ситуация здесь, экономики. Нет, я хочу вам сказать, что вот сложная. Уже сколько вот я в высшем образовании, то есть это фактически с 91 года, все время говорят, надо больше инженеров, нужно там больше естественно-научный блок и так далее. Но вот повторюсь еще раз, люди голосуют ногами. Понимаете, они голосуют своим бюджетом. И я хочу сказать, что здесь не надо умалять все-таки, ну скажем, то роль общественного сознания. То есть люди делают выбор, не исходя из того, что там легко учиться. Все говорят, о, там экономисты легко учиться, поэтому туда идут. Нет, люди видят от нее больше выгод. Вы же знаете, то есть я вот тоже на последнем занятии рассказал анекдот. То есть один там на уроке там это скрипки или это с пианино балуется. Это раз сделали замечание, второй. И ученица говорит, если ты вот не прекратишь это безобразничать, я скажу твоим родителям, что у тебя талант. Да, и, ну вы поняли, да, дальше что будет? Точно так же. То есть родители сейчас, они всегда, то есть заботят будущее своих детей. И они стараются выбрать то, исходя из своего жизненного опыта, из своего чутья, из своей интуиции и понимания развития общественных трендов внутри страны и в целом правильный путь. Каждый хочет своему ребенку лучшую судьбу. И они поэтому выбирают это. Поэтому получается, то есть я еще раз хочу сказать, да, бюджетные места сокращаются, все остальное, но несмотря на это, с высокими баллами за деньги люди туда идут. Значит, это нужно. Как говорят экономисты, люди совершают рациональный выбор. Да, совершенно верно. И вот сразу переход отсюда к экономике. Вот, Марат Рашидович, вы крупный специалист. Ну, это науки. Вы уж не подкалываете меня. Нет, это без вариантов. Нет, у меня есть некоторый опыт в этой части, я согласен, и интересно. И я бы хотел поговорить, вот, ну, такой тоже. Я тоже экономист по образованию. Да, и это мне очень нравятся ваши статьи, и я хочу сказать, практически во всем я согласен. И вот такой вопрос. Когда же наша экономическая отечественная наука воспрянет? Когда появится второй Конторович или... Я хочу сказать, вы задали, честно говоря, очень трудную задачу. Вот приведу вам это пример. То есть это... Я не помню, где это, кто сделал это исследование, куда вкладывают самые богатые люди Соединенных Штатов и куда вкладывают самые богатые россияне. Понимаете? То есть практически все богатые люди, они вкладывают в свой альма-матер. Все. То есть это как его, в эндаументы, в здания, в библиотеки. Вот, честно говоря, феномен Гарварда, феномен это Стэнфорда и так далее, это как раз феномен частных денег и частной инициативы. Частных пожертвований, частной совершенно инициативы. Верно, совершенно. И они понимают, что если я хочу иметь светлое будущее, я должен туда вкладывать. Там совершенно хорошо. Колоссальные суммы. Куда вкладывают? Куда вкладывают российский бизнес? Футбол, яхты, хоккей, и сверхпотребление. Понимаете? То есть вот я вам еще раз хочу сказать, что здесь ситуация в образовании, в науке – это состояние общественной зрелости. Я думаю, придет это время. Просто мы сейчас живем на нефтяной ренте, и поэтому вот люди, ну скажем, незаслуженно получили эти богатства. Они не оценивают роль и значение науки и образования. Они не видят себя в этой стране, потому что у них там гражданство всех там этих стран. И, к сожалению, то есть получается, пока мы не получим вот реальный жизненный урок, внимания не будет образования науки. Но эволюция идет в этом вопросе. Положительно идет. Хочу сказать, что вот глобализация, вот цифровизация, она скоро сотрет эти рамки. Понимаете, я еще раз повторюсь, каждая семья хочет своим детям лучшего. И вот когда все эти барьеры языковые, культурные и прочее-прочее снизятся, и более того, все вот работают над и дистанционное, и виртуальное образование, оно становится более живым. Я хочу сказать, мы вообще в это вступаем в совершенно иную. То есть вообще границы экономических государств, они трансформируются. Человек становится глобальным. И вот сейчас охотятся за этими, как его называется-то? Биткоинами? Нет! Как он называется? Фрилансерами нашими, это временно занятыми и так далее. То есть, и скоро их вообще невозможно будет отловить. Они будут это в виртуальной среде. И представляете, если критическое количество граждан перейдет в эту сферу,
то как в этом, как отследить, как в этом случае построить государственную эту систему? И вот вопрос, кстати, в продолжение. Сегодня академик Георгиев высказал заявление о том, что давайте не будем пускать наших молодых ученых. Я хочу сказать, вы знаете, я бы не хотел бы комментировать, вы знаете, вот везде, где есть рабство, то есть вот наука и образование – это та сфера, где ограничение и рабство, оно всегда ведет это к регрессу. Понимаете, то есть вот жажда познанию, она не должна такая это быть ограничена. И потом вот посмотрите опыт других стран, ну, того же Китая. Да, вы знаете, они очень много вложили, много людей уехало и не вернулось. Понимаете, это значит и это. Гриша Перельман, он бы состоялся без зарубежных поездок? Скорее всего нет, потому что обмен. Самое главное, вот научный обмен генерирует новые знания, новый проект. И поэтому, вы знаете, цепью батареи или... Ну, конечно, вы знаете, вот в Советском Союзе там, добрым словом и паяльником можно многого достичь, но все-таки не хотелось бы, чтобы такими методами достигать высокой публикационной активности. Конечно, это можно, но вы знаете, стоит ли? И потом же, вы знаете, история показала, что этот путь, не очень эффективен. Все-таки наука – это больше свобода, чем... Да. Вы знаете, какой-то тоталитаризм и прочее. Нет, вот понимаете, большинство проблем нашей науки и образования именно связаны с железного занавеса. То есть мы варили в своем котле, и не было притока. И на самом деле, вот сама доктрина коммунизма и социализма, она именно поэтому и не развивалась. Понимаете? То есть любое, вы же знаете, это законы физики, любую эту систему, если вот ее ограничить, она начинает затухать. Это естественный процесс. Да. Это законы природы. Кстати, я буквально на днях выступил Греф с критикой программы 5.100. Я понимаю, что мы немножко отошли. Если мы вернемся, человек, который... И смех, и Греф. Входил в состав тех людей, которые... Нет, оценщики этой программы. Вы знаете, хочу сказать, что вот это я очень уважаю Грефа, более того, читая все его статьи и материалы, но я со многими вещами не согласен. Вот то, что касается, например, математических школ и математического образования, я считаю, наоборот, его должно быть больше, потому что это не задача вырастить из всех математиков, а это просто для юного организма это самый лучший инструмент тренировки мозгов. И поэтому вот есть, еще раз, много доказательств. Если школа больший уклон делает на математику, на шахматы, количество не математиков растет, а количество успешных, достигших многих результатов выпускников растет. Вот какая задача. Тренирует нейронные связи в головном мозге. Даже вон та же экономика сейчас, современная экономическая наука, это предельно математизированная, если говорить по-честному, предельно математизированная наука. И не только. То есть вот с развитием искусственного интеллекта, я думаю, что многие, то, что вот нам где-то приходилось гадать, что-то там использовать какие-то грубые аппроксимации, они будут спокойно, количественно рассчитываться. Марат Рашидович, мы подходим... У меня еще вопросы есть. Да. Я, знаете, какой хочу вопрос задать? Вот вы сказали о людях, которые голосуют рублем, о родителях, которые хотят счастья своим детям, и поэтому они определенное направление подправляют своих детей и вкладывают туда деньги. Но эти люди пользуются своим опытом, как правило, используют свой личный опыт, свой жизненный багаж. Этот багаж и свои деньги. И свои деньги. Но этот багаж не всегда можно транслировать в будущее, которое... Раз он накопил этот багаж и накопил столько денег, значит, я смею вас заверить, значит, раз они до этого делали правильные решения, нет смысла сомневаться в правильности их решений дальше. А вы бы со своей колокольни какие направления посоветовали бы двигаться? Вы знаете, вот два приоритета, которые у нас есть, это ключевых в нашем университете, это биомедицина и IT. То есть и поэтому вот хочу сказать, когда мы на семейном совете обсуждали это, вот дочь как раз она выбрала не экономическую стезю, где в нашей семье накоплено больше всего компетенций, как мне не обидно, а именно кибернетику. Целая плеяда ваша. Да, поэтому это правильно. И более того, это наш был коллективный выбор. И более того, она возражала, то есть у нее было, у нее было очень... хороший задел в области лингвистики, то есть она хотела идти вот в эту сферу, но вот
все-таки мне кажется, что мы сообща сделали правильный выбор. Все-таки вот биотехнологии практически безбрежные, впереди будущее. И всегда найдется место. И не только это, именно та сфера, куда тоже люди готовы, помимо государства, вкладывать личные средства, потому что они видят результат, они нуждаются в этом результате. Современное высшее образование, оно достаточно конкурентоспособно, точнее, там острая конкуренция есть из-за студентов, из-за деньги, из-за выбора родителей. Вот вы на своей должности, когда рассматриваете другие вузы, кого вы наиболее, скажем так, трепетно, критично, кого считаете конкурентом для себя? Вот на что деятельность обращать больше внимания? Вышка. Соотноситесь. Вышка. Почему? Дело в том, что вышка, она показала, то есть это очень интересный кейс, что в короткий период можно достичь при наличии критической массы людей весьма достойных результатов. Да, у них есть очень хорошая там политическая поддержка, но и помимо этого я хочу сказать, что они очень хорошо работают с экспатами. То есть, в первую очередь, с теми россиянами, которые уехали за рубеж и достигли серьезных результатов. И потом, наши многие студенты учились, я тоже вот их спрашиваю, что самое интересное, они могут очень правильно упаковать продукт. Они говорят, вот в области математики, в области кибернетики, наверное, даже Казанский университет с точки зрения преподавательского состава, методик преподавания, результатов выше. Но стоимость обучения и количество людей, которые стремятся получить это образование в вышке, кратно больше. Вот они за счет этого, за счет привлечения ярких людей, за счет привлечения руководителей компании, они достигают хороших результатов. Поле для отбора. Вопрос не в этом, но это ведь вы же сказали, то есть мы для себя много полезных кейсов с точки зрения внедрения тоже черпаем от них. То есть это не только так вот, как сказать, как злой сосед это подсматривает в щелочку там и так далее, и там пытается где-то наоборот навредить там это. А нет, мы наоборот, мы видим, то есть это и многому у них это учимся и это и перенимаем. И поэтому десятки тысяч семей выбирают наш Казанский федеральный университет. И я хочу сказать, вот поскольку внутреннюю кухню многих вузов мы знаем, я смею вас заверить, что у нас наш вуз недооценен. Понимаете? То есть вот есть какое-то вот преклонение перед московскими вузами. Хотя, например, приведу очень интересный пример. В субботу встретился с нашим выпускником. Он закончил наш MBA и пошел в Ранхиксовское. Я говорю, и что? Он говорит, все те же преподаватели даже, говорит, меня узнают и смеются, значит, и рассказывают все то же самое, что рассказывали здесь, в Казани. То есть мы тоже стараемся искать лучших и привлекать в образовательный процесс. Поэтому с точки зрения соотношения цены и качества, я думаю, что Казанский университет. Это... На хороших рыночных позициях. Да, да, совершенно верно. И поэтому конкурс, поэтому такое количество стремящихся попасть. Хорошее положение вещей. И не только, то есть мы должны вот максимально использовать эту возможность и развиваться. Ну что ж, мы завершаем нашу сегодняшнюю увлекательную беседу. И хотим сказать огромное спасибо нашему замечательному собеседнику. Вам спасибо, вы раскрутили это. Марату Рашидовичу Сафиуллину за такой чудесный вечер и за столько позитивной, хорошей и интересной информации. И не только. Я очень верю в наш коллектив и в наш вуз. Я чувствую, что у нас большое будущее. Никто не сомневается. Спасибо. Да, вам спасибо.